Кто много читает, тот много знает, гласит народная мудрость. Завтра во всем мире будет отмечаться Международный день дарения книг. Он объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. Телеканал CBC в соцсетях провел опрос среди подписчиков. В нем приняли участие около 7 тысяч пользователей. По результатам опроса 60% респондентов считают книгу лучшим подарком, 20% предпочитают гаджеты, а остальные жалуются на нехватку времени для чтения.